Славянское отделение Красного Креста активно работает, оказывает помощь тем, кто в ней нуждается, кто находится в трудной жизненной ситуации – малоимущим, пенсионерам, многодетным семьям, а также людям, прибывающим с территории ДНР и ЛНР. Сейчас к продуктовым наборам добавлены комплекты постельного белья, которые предоставил российский Красный Крест. Процесс выдачи гуманитарной помощи продолжается в Красном Кресте. И сегодня пришли у нас уважаемые люди, которые благодаря вот российскому Красному Кресту получили гуманитарную помощь. Вы откуда прибыли? Мы прибыли с Мариуполя, Донецкой области. Нам очень тяжело. Спасибо российскому Красному Кресту, который нам помогает. Анна Григорьевна рассказывает одну трогательную историю о том, как однажды к ней за благотворительной помощью пришел отец с сыном, приехавший с территории ЛНР и ДНР. Мальчику подобрали одежду, а на мужчину не было подходящих вещей. Тогда сынок ему говорит: возьми хотя бы шарфик. А он: сынок, ну ты же знаешь, я не ношу. А он так смотрит: папочка, ну хоть что-нибудь возьми. И вот этот шарфик ему дает. А он так смотрит, а я моргаю ему: возьмите. Он говорит: ну хорошо, сынок. И он берет этот шарфик, кладет в одежду, где детская одежда. Я же разворачиваюсь и даю две конфетки ему, ну, от своей. А он так быстренько прям скушал эту конфетку. Я так понимаю, что он давно не ел это. И потом берет вторую и смотрит так и на папу, и на конфетку. Вы знаете, это вообще, это я, у меня самой уже голос задрожал, я даже сейчас вот вспоминаю эту сцену. И он: папочка, на тебе конфетку. А он смотрит на меня уже, как отреагировать. Он говорит: сынок, ну в кармашек. Я говорю: давай в канцтовар положим. Я ему там раскраски разные всякие для мальчиков. Конечно, это для него было, ну, для меня потрясение. Вот как вот ребенок, даже в трудной ситуации, он делится последней конфеткой с папой. Он хочет шарфик от папе дать. Но это было трудно. Это с соседнего района, с Трудобеликов. Ко мне же еще 4 района прикреплены, помимо нашего Славянского еще.